встретили доктор Суата Гунцели, основателя Ближневосточного университета. Приятная встреча. У нас мороз, 30 градусов, и вот это тепло человека, который прилетел с Кипра, заинтересован в сотрудничестве, сразу дало о себе знать. Я надеюсь, что сотрудничество будет успешным. Поговорили мы о разных формах, об обмене студентами, о совместных программах, и он ждет нас всех у себя в Ближневосточном университете. Thank you.